Владимир Радивоевич, игрок баскетбольного клуба «Нефтехимик». Историческая 500-я победа «Нефтехимика» не состоялась. В чем причина? Плохо отыграли в защите. Некоторые компоненты не успевали помогать друг другу. Вот. Пропустили легкие мячи. Не знаю, будем справляться, завтра будет другая игра. Дмитрий Тараканов, тренер баскетбольного клуба «Нефтехимик». Завтра вам нужно побеждать обязательно. Удастся настроить команду на победу? Я сейчас уже в разделке с ребятами поговорил, объяснил ситуацию. В принципе, я так понимаю, что нам победа нужна кровь из носа, чтобы уйти с последнего места. Сегодня, к сожалению, мы не смогли проявить свой характер, позволили сопернику забить больше 100 очков с хорошим процентом. Я надеюсь, завтра на утренней тренировке мы разберем некоторые моменты и настроимся на хорошую игру, на финальную игру в этом сезоне. Thank you.